Шесть хоккейных команд из разных регионов Дальнего Востока боролись за уссурийский кубок весь сезон. Третий заключительный этап внес окончательные правки в расстановку команд в турнирной таблице. За верхнюю строчку в ней боролись хозяева льда, Владивостокский «Полюс», «Кристаллы» Сахалина, «Энергия» из Якутии и два состава хабаровского «Амура». Наша съемочная группа побывала на противостоянии двух гостевых команд. В матче разыгралась настоящая борьба. «Энергия» из города Нерюнгри, Якутия, начала активнее Владивостокского «Полюса». Хоккеисты из столицы Приморья смогли забросить сопернику только две шайбы. Первая шайба там от спины отскочила вратаря, а вторая по девяточке залетела. Много атаковала команда соперника? Да. Какие были сложные броски самые? Вниз, вверх? Вниз. Почему? Ну, потому что в добивании. К концу матча хоккеисты из Нерюнгри разорвали оборону соперника. 9-2. «Энергия» из Якутии обошла Владивостокский «Полюс». Да, тяжело там. Понимаю, тяжелый соперник. Тяжело было выиграть. Ты сильно расстроился, что много пропустил или нет? Нет, не очень. Рады, что победили сегодня? Да. А вообще, как на турнире? Много побед в предыдущих играх было? Не очень. А как, кого удалось победить до этого? «Полюса». Сегодня? И «Амур-3». С «Уссурийском» играли уже или нет? Играли. И как? Проиграли два раза. В итоге якутские хоккеисты стали бронзовыми призерами. Уссурийские «Тигры» провели 5 матчей, 3 из них были победными. Хозяева набрали 6 очков, как и половина команд турнира. Но по количеству заброшенных шайб нашим хоккеистам удалось стать вторыми. Кубок уехал в Хабаровск с командой «Амур-2007-2».